Первый окунь. Первый окунь. Значит, приехали сегодня на реку Исеть. Далеко от Екатеринбурга, практически перед Каменском. Сначала пробовали ловить в деревне Смолинская у скалы Смолинский палец. Там ничего не поймали. Спустились ниже. К ключикам, ключам. И вот первый окунь был пойман здесь. Погода сегодня просто ужасная. Свежий ветер, который очень сильно мешает рыбачить. И температура около нуля. Давление упало. Не знаю, насколько это повлияет на клев. Ну, приехали, что будем ловить. Вот в этом месте ветер не так сильно мешает. Тут такой перекатик с приямками и обратками. Думаю, здесь окунь обязательно должен держаться в это время года. В этих местах я уже был осенью, на осенних точках. Ничего нам не удалось поймать. Пробовали выше по течению, у скал. Безрезультатно. Ловим дальше. А так себе затейка. Странно, да? А что он тут забыл? Ой, у меня было. Надо уменьшаться, короче, мне, видимо. Рейн Сатурн 2,5 дюйма, это слишком. Для здешних окуней. Так, вот такой вот тут. Это что, фонтан, думаешь, был? Ну, похоже на фонтан. Очень давно. Интересно. Нафига на берегу реки фонтан? А что, так на удочке его не вытащишь? Не знаю. Да вытащишь ты что? Ну-ка, можно рейнс глянуть? Да, можно. Это что за рейнс такой? Я не знаю, у меня пачка есть. Ау. Да не, просто интересно. А, это вот эти вот. Они такие маленькие бывают. Я, по-моему, даже здесь покупал. Да мелкий-то судачок, он везде ползает. А что-то этого червя хватает, но проглотить не может. А что за байберовки? Целая фирма. Хрен его знает. Lucky John. А, да, Lucky John. Вот туда запихни его, да. Крючок великоват, ну да ладно.
Ну чё, что-нибудь интересное-то будет сегодня? Всегда же что-то интересное клюет. Рыбалка без бонуса, это же скучно. Baby Rock Fish. За зиму не вырос. О. Что-то совсем маленькое, даже не почувствовал сначала. Но проводки разные, слушай, работают. И медленная, и вот такая вот, вот нарезку тоже. Короче, видимо, без разницы все-таки. О, она лежачий взял. А икряной. Да? Да. Сейчас покажу. Икру покажу. Икра там у него. У нее. Пять лакшт. Да. Тот же, наверное. Да не, поболее. Опять там будешь переставать. На рака? Рака. Да ну что ты так его не вытащишь? Думаешь? Да конечно. Да удочкой. Да, да подкрути шнур-то. Да нет, в смысле, да выбери шнур. Да нет, ну шнур так выбери. Картошка трещит. Ну, у тебя до 10 грамм палка, чё? Чё, хоть сфоткать? Хоть в группе написать? Да, давай. О, это же этот. А как он называется? Бешеный. Да нет. Вот что? Это вот. У Мегабаса такая была раньше. Ну это Китек. А Мегабас еще, знаешь, раньше такие были. Там юбочка такая, щупалец и это. И два этих. От твистерных хвоста. Да-да-да. Ого, так это вообще. Это офигенная штука. Ты видела такие? Они офигенно, они вот так вот встают. Так давай я сфоткаю. Так, вот, решил связать отводной. Я попробую вот на такой селект. Уран. 2 дюйма. Чем-то напоминает трейн Сатурн. О, что-то хорошее.
Осудак. Забок. А пауза вот сюда. Да знаешь, всяко было. И на агрессивные проводки прямо догоняло, и лежачую подбирало. А когда как? Ну, для окуня, да? Ну да, в основном для окуня. Я не думаю, что есть извращенцы, которые щуку им ловят. Рулит-то он рулит, но окунь-то от этого крупнее здесь не станет. О. Зацеп был, отцепила, потом сразу вот поклевка. Видимо, там сидела около этого зацепа. Допустим, у тебя обычную джигу, вот ты забросишь по тот берег, у тебя ее сразу снесет. А отводной можно оставить на месте, он там будет играть. О, смотри как. Ух ты. А запоздал с подсечкой. Ну вот это уже более похоже на осенний клев. На белоярке, мне кажется, офигенно, она от одной с берега. Блин, вы что так заглатываете-то? Крупного-то пойдем пытаться искать. А тут, мне кажется, ничего не поменяется. Сегодня, по крайней мере. Не зря же мы сюда шли. А тут не глубоко, по-моему. О, щука. Отвечаю. Да. Вот отвечаю. Я типа судачила что-то. Я тебе серьезно говорю. Вообще стопудово прям удар. Это судак. Потому что окунь бы не промахнулся. А суда хватает. Обычно и промахивается, а окунь он подожевывает.
Так, ладно, все, крайний забросик вот так вот в то место, где у меня клевало. Как-то так. Ну судак, я же говорю. Ну видишь, я не ошиб, значит, действительно клевало. Так, рот открой. А Катя, а дай, пожалуйста, иглодержатель. Вот они все вот такие тут. У тебя осенью больше были? Благодарю. Положи на место. Дошли до Щербакова, а там полная шляпа. Только время потеряли. О, видел? Сейчас обратно идем, да. А время, ресурс невозобновимый. И окунь тут есть. А почему вот тут рагулька стоит? Вон. Или тут так? Ну тут локально скорее какой-нибудь приямок. А потому что я тут только перекат помню. Длинный такой. А мелко. О. А сам. О. А было. Было. О! Ух ты! Вот это что-то нормальное схватило. Кончик задергался очень сильно. Есть, да? Ну, я и говорю, под берегом. Сейчас размер покажу. Вот стандартный окунь. Вот у меня кто-то дергает, это ты? Да ёб твою сейчас.
Острый видел поклевку, смотри. Вот он. Все просто, Катя. Окуни на отводной оклюют очень хорошо. Вот такие вот. Вот, смотри. Кончик дергается. Это как на фидере. Видела? О! А тут малек, кстати, стоит. Я сейчас окуня вытаскивал. Это малек, да, и тут еще малек стоит. Белой рыбы. Ну, не знаю. Не знаю, но он вроде собирается нереститься. А так что это как бы. А не малек, наверное, все-таки. Съели они его. Фотка еще есть. Так у бобра офигенно вкусное мясо. Ел? А нет, я читал про это. Ну там что-то описывается. Ну, короче, вкусное. Тихо. Смотри. О. Нехороший. Бобры же тоже рыбы едят. А? Бобры же и рыба. Это рыба. Знаешь об этом, да? Че, бобры рыбу едят? Да. А ты че прикалываешься? Это же грызуны. А некоторые еще думают, что утки рыбу едят. А, кстати, да, у меня мама так считает. Я пошутила, ты что, поверил мне? В парке лесоводов России есть одно озеро, а малоизвестное. Я там такого карася золотого видел, огромного. Нет, вот второе, которое после него. А. Золотой карась. О. У меня была поклевка. О! Вот он. А морских свинок же тоже едят? Едят от деликатеса их, да, их, короче, в Азии едят. Вот так мне интересно, бобёр и морская свинка по вкусу что. Меня, я хочу, чтобы морскую свинку. Ну, зажарь свою морскую она свинку, такая скажешь. Она жирная всегда. Она очень жирная, тяжелая. То есть ты считаешь, что надо сместиться на пару метров в сторону и что-то появится другое в улове? Слушай, неужели на микроджик-то хуже? Сейчас, кажется, я своего отводного лишусь, блин. Короче, вот. Сейчас попробуем вот такую вот штуку. Да. Похоже на какую-то мармеладину.
Ну я что-то в нее не верю, мне кажется, активная игра должна быть все-таки. А, нет, что-то он. А, на мармеладину клюнула. О, это какой-то хороший. Ну-ка. Опять на эту? А на крокозябру? О. С икрой, да? С икрой, ну. О! Хороший! Хороший! Блин! Тебе же рыба! Ну, по сравнению с теми, что было... По сравнению с теми, что было, очень даже. А на мармеладку. Хороший. Нет. Хороший. Плохой. А если жука насадить? Да у меня, короче, жук Лаки Джон. Ну не жук, личинка там, а кого-то там, не помню. То ли личинка стрекозы, то ли еще какой-нибудь, сейчас ты определишь. Я не помню, как выглядит. Это черный хреновина, наверное? Да нет. Еще там есть одна штука. Что это? Личинка. А кого? Писарчик. Ластник. Ну как ты думаешь, что это? Нет, это... Личинка похожа на личинку. Стрекозы, муравья. Да, и да, да. Ну, личинка жука. Наверное, нет. Ну, ты что думаешь, что... Не знаю, ну, личинка стрекозы, наверное. Так, мармеладку убираем. Ее колбасить, наверное, будет на отводном. Вокруг своей оси. И крючочек маленький. О. Так, ну что, смотрим, что на эту хрень клюнет. О! Был контакт. О! Есть! На личинку. Короче, ему тут все равно, по-моему, а что жрать? На шишку клюнет? А хоть пенопластовый на шарик. Шишку. А? Наверное. О! Блин, сход. А крючок маленький. И личинка объемная.
такой покрупнее, да? Вот, смотри, я креатуру поставил, на которую никак не могу разловить. А быть может здесь? У меня это получится. Да, получилось. О, смотри, какая креатурка. А видел вот такие вот акрокозябры? Селект? О, так она уловистая, оказывается. А две проводки, две рыбы. Нет. Кстати, на отводном она играет вообще офигенно. Но поставим что-нибудь такое. Ну все, пожалуй, можно подвести итог сегодняшней рыбалки. Ничего с осени здесь практически не поменялось. Тоже огромное количество мелкого окуня, те же некрупные судачки. В общем, как-то так. Были в трех деревнях, но более-менее клевало, а только на одном участке. Некрупный окунь возле берега. Лучше всего себя показал отводной поводок. Он многократно перелавливал классический микроджиг. Бонусов не было. Самый крупный окунь, ну, может быть, грамм 100. Ну все, всем пока, до новых встреч. Подписывайтесь на мой канал, смотрите мои видео.